Возвращаемся, друзья. Третья карта, опять же, мы в пистолетке. Уже четвертая, прости господи, карта. Мираж — это выбор коллектива Оптик. Продолжаем путаться в том, какая карта у нас по счету. Но судя по тому, что у нас ситуация 2-1, то, конечно же, карта называется именно четвертой. Оптики поставили бомбу, молодцы, но пистолетку выиграть им все-таки Energy не позволили. Energy только-только забрали свою карту Overpass, ребята явно на плюс морали. И сейчас карта Mirage, которая, знаешь, наверное, является самой нейтральной во всем этом BL3. Я бы даже, наверное, не так назвал, то есть даже не на плюс морали, а проснулись. То есть им этот финал приходилось сегодня играть единственной серии карт, да, а Оптики уже сыграли в Consolidation Final против бигов, и там для них все было просто, 2-0. Ну, может быть, ты и прав, действительно, так будет вполне логичнее. Ну, а мы, значит, готовимся смотреть то, что нам покажут команды. Карта Мираж играется примерно одинаково часто и примерно одинаково хорошо. И первым и вторым коллективом мы понимаем, что, в принципе, тут трудно будет чем-то удивить в плане стратегии, но классика — это всегда хорошо. Можно играть так, как это было на карте Нюк, убивать всех с пистолетов, судя по всему, как показывает Оптик, но раунд еще не закончился. Кошмарный сон для Energy. Опять начинаются те самые пресловутые форсы, на которых Оптики терзали своих соперников на карте Нюк. Заезжает еще один хедшот по Итану, Арнольду, и игроков команды Energy остается ровно двое. Но позиции ударные. Джангл и КТ, если дальше пойдут также прямолинейно Оптики, сокращая дистанции, на моменте постановки бомбы подловить их изи. Это какая-то бесконечная история, но придется играть от меньшинства. При всем при этом мы видим, что запланировали эти ребята. Кейджун Би на всех парах несется с одним хп, точку, но с одним хп несется проверять, а чисто ли на базе Б. А на базе Б действительно чисто, а вот бомба... Тут даже вопрос не в том, чисто или грязно, наверное, а в том, что Кажун попытается успеть спину застать врасплох, ребят. Но Energy... Вот Фагли. Очень аккуратно. И не прошилось, как оказалось, но Фагли это сильно не смутило. Кажун, что? Ну вот он успевает еще, на самом деле, один затылок собрать точно. Главное, чтобы... А, его ждут. Его ждут, да, но Кажун Би это не останавливает. Кажун Би берет этот раунд на одном хп. Да ладно. Как только что Оптик сотворили такую невероятную магию, останется вопросом, походу, на их совести. Но это было нечто просто. Ну вот опять Energy проигрывает то, что не должны были проигрывать никогда. 10 раз из 10 такое невозможно было проиграть. Просто затянули их в болото этого форс-раунда в очередной раз, и Energy отдают это. Ну, Кейджун Би, конечно, красавчик, 1 хп, долгий путь через базу Б. На КТ спаун пришел в спину и все-таки решил исход этого раунда, а вот форсы у Energy не работали. Кажун в спине, его зачекали. Ну, короче, очень интересно все это выглядело. Но Реннеборг умудрился выиграть этот раунд. А значит, Оптик, ну, как минимум, плюс мораль на старте, конечно, должна присутствовать. Особенно учитывая то, что против Energy проблем каких-то с форсом не возникает. Да, здесь Energy решили активненько поддавить, но это давление сыграло с ними злую шутку. Для СЖ-шки в активе Фагли и Церк действуют в отрыве друг от друга. Один на Т-спауне, второй стоит и ждет с моря погоды, это Церк. Но другим направлением идет атака. Вектор смещен уже в направлении базы Б, там будет ставиться бомба, и там чистота, пустота и безопасность для атаки. Снаппи этим занимается, спокойно ставит бомбу. Находится Фагли прямо сейчас перед героем предыдущего раунда. Кейджун Би, ну, слишком пристрелен после того, как он выиграл раунд, чтобы такое отдать. У него уже и здесь трипл нарисовался. Можно попытаться дать и квадро, но Церк очень далеко. Ну и Церк. Бессмысленно и беспощадно здесь идти на выбивание. Сейвить, опять же, только лишь армор. Предстоит ему вот подрезать какой-нибудь неаккуратный проходящий калашик, может себе позволить. Это будет для него главным, наверное, совершением и приобретением окончания раунда под номером 3, который в любом случае уходит уже в актив Оптик. Ну, даже эта задача выглядит весьма тяжелой здесь для болгарского игрока. Церк до сих пор находится в районе окошка, все еще чекает позиции, где его соперники, а никто не находится. Спотер для Оптик — это отличный буст по деньгам для них, конечно же, учитывая то, что они еще и умудрились форс выиграть. Ну и вот так вот, медленно, но уверенно, ребята, в принципе, где-то выходят на приятный для себя старт. Ну, на третий, скорее всего. Здесь, опять же, не мудрствуя лукаво, Energy будут проводить второй раунд на пистолетах. ЦЗ-шка у Церка осталась и армор. В остальном это дефолт. Давайте смотреть, что будет здесь у нас разыгрываться. Пикмеда. Ну да, традиционно. От Energy сбегаем в центр карты. Пытаемся пикнуть, возможно, кого-нибудь убить до удастся. Море флешек наливается со стороны атаки. Под эти флешки выбиваются ударные позиции, как казалось, Energy. Там все оборачивались, чтобы не попасть в блайнд. Ну и на этом моменте были застигнуты врасплох. Дабс один, как и Церк в предыдущем раунде. Пытается не палиться, что, горим.
Ну, не догорели, просто расстреляли. Ну и то уже неплохо. 3-1 итого. В общем-то, начало, конечно, не самое такое адекватное произошло, но в какой-то степени это такой кармический размен, как по мне. Знаешь, все чаще мы подобного уровня размена раундами видим с той самой новой экономикой, хотя, знаешь, тут отмечаются моменты, что играют там full force, и ты уже об этом говорил, и ну, это да. Делали оптики на карте нюк, но здесь они просто сыграли с диглами во втором раунде, то есть оставляли себе некий запас. И тем не менее раунд вытащили. Да, на тоненького, да, на одном хп, да, на одном Кейджин Би, но сделали это. Главное, что действительно раунд присутствует, и именно этот раунд позволяет оптик выходить на стартовое преимущество на карте. Как долго это продлится, это абсолютно другая история, пока еще не ясно, уже быстро прошли коннектор оптик, причем вместе с бомбой. Ко всему этому, но раунд обещает быть весьма любопытным. Один игрок в яме и три, а то и четыре, возможно, пойдут в коннектор. Но все-таки 3+2. Кстати, перспективная позиция у Итана, с учетом того, что он справится все-таки с ямой, пик под флешку тиммейта, но тут от него морозятся. Ну, то есть, в перспективе Итан может являться таким фактором давления в спину выхода коннектора. Коннектор не выходит, яма не выходит, и готовится именно выход вместе. Нет, все-таки Итан справляется, второго теперь, по идее, ждет, слышал флешку рядом с собой, видел пролетающую вторую. Я бы сказал, что это надоело. Бриз здесь в упоре за смоком пытается отыгрывать. Кстати, вопрос в таймингах. Бриз просто выходит через дым, пока на него смотрели, дает пик и возвращается обратно в тень. Это было здорово. Тем более, что Юги также уже успели забрать. Так, за счет смока все-таки бомба будет установлена за фаербоксом. Вдвоем отстрелятся против четверых. Теперь единственный и неповторимый остался Ника. Задача выглядит очень тяжелой. Теперь позиция Ника известна. Более чем прекрасно его пытаются еще и подогреть гранатками. Сам Ника, ну не мог он не открыться под прям несколько позиций одновременно. Это было очень тяжело, учитывая то, как разношерстно играли Energy. Ну, как появились девайсы, сразу вернулись и американцы в игру. В общем-то, здорово, что лишние раунды не отдавали больше. Прикольная задумка была от Energy. То есть здесь раунд висел, опять же, на волоске. То есть не сделай там Итан фраг свой на яме, не оттягивай тайминг долго, не перестреливаясь со вторым. То есть они там терзали друг друга. Могли бы синхронно отличный сплит на базу А оптик построить, но такие микромоменты, которые по итогу решили исход его, все-таки оказались в пользу Energy. Деньги есть, все нормально у оптик, несмотря на потерю этого раунда. Бомба там, была поставлена. Знаешь, я удивился, если бы не было денег после того, как вернулись в эту игру именно ребята из Optic. Ну, действительно, всего хватает. Достатка находится по дочанию. Хаешечка. Но процентов от врыва 7... не отказываются. 70% где-то все-таки хп она отъела. Правда, у двоих дэмэдж был разложен. Дабс они спасти, прострелом забирают. Тиммейт поблизости. На момент постановки бомбы здесь будет завязываться жесткий файт. План вроде бы и занят, но вторая граната уже окончательно похоронила конфига и оставила Кейджин Би всего лишь 2% здоровья. Было бы очень неплохо, чтобы Юги передал Муавик, но Юги далековато. И Юги будет контролить возможный врыв на хопу. Правда, вот теперь прилетает дым. Силы тают у защиты. Вроде как инициативно здесь пытались, и что, походу, сейв. Ну, судя по здоровью, да, необходимо уходить сейвить команде Energy. У них никого на шарте не было, тем более и в спине, из-за чего ребята решают уходить. При том, что бомба еще не скоро будет установлена. Energy уже раунд отдает в руки соперника. Классно прочитано оптиками было. Такой вот паузы именно они выдержали в этом выходе, похоронив Дабса. После этого остановились, ждали гранаты. Да, немного подпросели по ним, но позиции контроля не оставляли. И в окно смотрели, и на дверь. А больше неоткуда было выходить Energy. Не было точки давления спины, не было шарта, опять же, чтобы создать какой-то сплит-ретейк. Все четенько, удачан. Четвертый раунд в любом случае окажется под их распоряжением. Ну и насколько быстро они поймут, что там сейф последних денег? Ну, это еще не значит, что сами игроки Optic пойдут их выбивать до конца. Тут непонятно. Денег хватает наперед на один раунд полноценный. Он сидит или стоит? Что за вопрос? Ответил на вопрос. Ну просто вот как-то нечетко сидел. Нечетко? Нечеткие картоны. Я так понял, у тебя на районе все четко сидят, да? Судя по тому, как ты это классифицируешь. Ну окей. У меня нормальный район. У тебя четкий район, я это уже понял. Ну и вполне себе четкий раунд уходит команде Optic. Все выжили, у Ника осталось всего лишь 4 хп. Но главное, что Optic потеряли всего лишь одного конфига так-то. Ну да, кстати, человека, который первым выходил на базу Б. И его потери обошлись в этом раунде. Опять же, неплохая такая плюс экономика для Optic на будущее. Очень сложно в этом компоненте будет Energy бороться. У самих после сейва, естественно, бай, но деньги как и были последние.
С экономикой все очень тяжело. Если бы этих три девайса не засейвили Energy, там, в принципе, все было бы катастрофически плохо. Плюс 1400, ну, привела бы к коллапсу экономики именно у американцев, но благо тут все более адекватно. Вот на хаешка, которая, собственно говоря, залетела. Ну, дефолтная позиция. И учитывая то, как оптик пытались играть, осторожно, на выжидание в определенной степени. Ну, логично. У них юги пас окно, и еще несколько людей смотрело на второй выход. То есть так и нужно было делать. Хаешка нашла свою цель. То есть они понимали, что пушить не надо. А вот пушить здесь понимают, что надо бриз под флешки собственного тиммейта. Там контрфлешки полетели, все это дело рассеялось. Бриз делает два фрага. Третий на очереди. Еще одна флешка залетает ему прямо в глаза. Да. Гигантское количество гранат потратили, и граната от Бриза работает по итогу. Это избиение только это супер злой раунд был. Просто какой-то дропкик только что залетел по всей команде оптики. Они благополучно нижнюю челюсть куда-то уронили. Ни 1% здоровья Energy так и не потеряли, при том, что все проводили в агрессии, все в аркаде. Царские флешки, Церк саппортил Бризу и как раз в одном минусе его прикрыл. Потом игроки оптик панически пытались выходить на, но там их также ждала неудача. Ну, слушай, там не панически все было. То есть вот этот файт на миду от оптиков, он был расчетливым. Ну, то я про то, что дальше под А происходило. Ну, это да. Там уже все не настолько было логично и хорошо. Но ребят пытались, по крайней мере, в какой-то степени прорваться до конца. Ну, такой раунд замеса должен был быть. И он все-таки случился, но часто ты так поджимать не будешь. На пистолетах уже это дело пробовали, освоили, что называется, Energy, и сделали с девайсами под филигранное исполнение Бриза. Три фрага, по-моему, в прошлом раунде он все-таки сделал. Ну, и теперь игра успокаивается. Расползаются по карте в попытке контролить оптик, смотрится в дальнюю яму ковры на поджимы, есть мидл, но там тоже не было никаких контактов. Ну и пока все остались на своих позициях, судя по всему, Бриз так и будет отыгрывать на лифтах, как раз совсем скоро, когда будет рассеиваться дым, у Бриза появится возможность посаппортить своим тиммейтам, ведь опять используются центр карты. Ну вот два игрока на подходе к Б-планту, то есть это намекает, смотри, на то, что коннектор будет просто Energy шумиться. Они играют два яма близко, а мы видели такой раунд, когда там даже одного Итана хватило, и коннектор изначально не контролившийся, обманчиво. Бомбу занесли. И там шарта прилетает, точнее, из коннектора прилетает, точнее, даже с точки А издалека прилетает. Отовсюду прилетает, просто с тем, как лежит пакет, теперь не до конца понятно, как его выбивать, если честно. Ну и понятно игрокам защиты, что нужно начинать двигаться. Дабс из-за угла получает сразу по голове от Ника на 20 секунд. 20 секунд, и это одна большая проблема с тем, что раунд уже не забрать, наверное. Ну, кстати, куда-то оптики дойдут, ну и времени нет. Я не до конца понимаю, на что они рассчитывают. Ха-ха, молик сработал. Ну, дэмэдж изначально с калаша был, но догорел все-таки господин Кейджун Би. Ну, странно, что, в принципе, изначально оптик не попытались подсейвить для себя, как по мне. С такими деньгами можно было бы 3 девайса сохранить и потом дозакупить гранаты. Но оптик приняли свое решение. Выжил только один конфиг, остальные отъехали. И после этого дача они принимают решение все-таки прожать паузу. Не так давно, кстати, от Energy была пауза. Пауза, которая помогла. После которой мы видели активности на миду, сработали. Ну, пытаются порвать темп. Energy в этом моменте им это абсолютно удается. Вот что придумают оптик. Что придумают Гомер оптик? А вот тут вариантов, конечно, достаточно много. Оптики любили играть через центр. Ты как эксперт, во-первых, CS Summit 3, во-вторых, датского Counter-Strike. Эксперт. Главный эксперт. Главный ночной эксперт. Тот, кому не спится по ночам. Но с точки зрения того, что мы видели центр, который в последнее время перестал работать. Топтик и акценты на него были в многих девайсных раундах. Здесь я бы все-таки, наверное, посмотрел на какие-то раунды с более осторожным занятием центра карты по двум направлениям с подвалом. Кстати, вот если я ничего не путаю, в предыдущем раунде впервые появилась снайперская винтовка у Церка. Я там хотел акцентировать внимание, что не так много фрагов у него, но у него АВП не было. Ну, в аркаде на миду, когда, собственно говоря, Energy выиграли раунд. Ну да, но там она незаметна была. Ну, окей. Но сам факт наличия был, но да, как бы ключевым исполнителем Церк в этом моменте не стал. Больше подыгровка была, и, знаешь, так держал на дистанции, подозревали оптики, что АВП в окне будет. Ну, раунд очень похож на тот, который до этого играли оптик, но бомба перемещается под Б. А это с учтением ошибок предыдущего раунда, неудачного для себя. Попытка, опять же, зайти инициативно на шорту. Дымовая завеса, не позволяющая видеть до конца, что происходит на нем. Бриз фраг делает, но после этого сразу отдается.
Дабс остается за плентом. Правда, после этого снова проигрывает перестрелку против того же игрока. Это был Ника. Не может найти себе место Дабс на пленте, так действуя поближе, не на подсайде. Вот именно перестреливая сразу на выход, но и оставляет своих тиммейтов в меньшинстве. Теперь вдвоем против троих. Да, там двое дамаженных, но у церкви это АВП. У нас там двое сейвящих, пока оптик, двое дамаженных. По-другому уже Energy ничего сделать не могут. Ну и что они придумали? По сути, подразменная игра и более осторожно. Тот же раунд повторили. Они опять же пошли на шорт. Ну, там как бы бомба в том, которую они проигрывали, явилась ключевым моментом. То есть бомба пошла первая, выпала в лифты. Все, концентрация внимания полностью на миду была у игроков Energy. Они отстояли ее. Здесь же оптики очень аккуратно вскрыли бриза. Да, подразмен, но навязали сплит на базу Б. Дабс опять же фрага не сделал. То есть такие микромоментики, которые за эту паузу датчане для себя обсудили, и переработав, выигрывают после взрыва этой бомбы пятый. Очень даже неплохо. Справляются оптик с работой над ошибками, как мы с вами можем наблюдать прямо сейчас в их игре. 5-4, минимальная все еще дистанция присутствует именно в пользу датского коллектива. Но благо для Energy с сейвами девайсов у них появляется дополнительная экономика и появляется второй АВП. Ну, тут понятно, почему такое решение принято. И оптики уже сами поняли, что проблемы с базой Б некий у Energy есть. Дабс там не отстреливает так, как должен, а частенько его оставляют одного. Ну, а снайперская винтовка — это аргумент. Всегда в руках, даже если ты не основной снайпер, ну, какой-то там один-два фрага можешь сделать и ретироваться по любое. Ну, готовится более-менее стандартный выход от оптик, судя по всему. А Energy играет против прошлого раунда. Да, Energy укрепляют как раз шорт и, в принципе, поглядывают на центр. Ну, позиции дальние, то есть, по-хорошему, наверное, американцам придется играть в отдачу после того, как оптик дадут раскид. Молотов на лавку просто обязан быть, учитывая то, что зажигательный гранат аж 5 штук. Но пока выжидают оптик, позиции на поинте меняются. А смотри, и фагли уже в упоре. Дабс не пушит. То есть информации никакой нет, он там четко в прицел смотрит на дом. И сейчас, естественно, в меньшинстве, да, будут принимать точку А, точнее, как ты и сказал, действительно, ее придется отдавать. Ну, или не придется, фагли, ну, под коврами, ну, размен маловато этого, на самом деле, это, конечно, все в пользу оптик играет. Фагли, сменив позицию, по сути, уже не смог адекватно отдать плент, он сам пытался сыграть в инициативу, но не смог выдержать такого напора от команды оптик. Значит... Стоящая бомба и ситуация 4 в 4. Правда, с серьезным уроном на конфига и кажомба сразу. И первый и второй игрок очень сильно пострадали. Так, есть гигантское количество гранат. Есть численное равенство. Есть время. И диффуз киты. То есть, в принципе, этот ретейк организовать можно. Контроль на дальних дистанциях. Ямы как минимум. А церка, молик прилетает хорошо. Еще и флешка. Но все-таки лазейка там находится, где не подгореть. А вот после... Не находится. Ах, казалось, видишь, что все хорошо. И действительно, нам тоже так с вами казалось. Там просто дефьюз дым. Попытка зажать ничем не заканчивается. Давить не удается. И это дефьюз бомбы. Причем после этого уже все игроки оптик падают замертво. Бриз почистил квадрокилл, пока его тиммейт спокойно дефьюзил. Как же хорошо для Energy, что у них остался этот молик на ретейк. Не будь его, скорее всего, ниндзя отыграла бы на диффузе хотя бы на какой-то неожиданный минус, возможно, и на 2. Паника была бы навязана, а там бы игроки подключились. Ну вот тот самый момент. Юги сгорает, это бриза оказался, молик. Так близко, казалось, все было. Если бы не допроверили, то вы понимаете, к чему бы это пришло. Вполне логично, что это бы пришло к таким большим трудностям, что Юги бы не допроверили. И он бы просто дал свои минусы и спокойно опять закончил раунд. Что? Просто побежали под Б. Первый фраг нашелся легко, можно прорваться дальше, знают про позицию Эдварда. Но это повод закончить раунд опять себе в плюс. Так, Бриз находит в спину, все-таки не достоял он здесь, но дал время своим тиммейтам потянуться, и они все сделали максимально четко. Energy выигрывает этот раунд. Спасают Дабса. По первой инфе, знаешь, не пытаются отыгрывать против фейкующей команды. Как только слышат инфу, что Дабс погибает, или он говорит, что там двое, а он как раз двоих только и видел, пробегающих по дому Б, сразу идут хелповать. Это хелпа себя оправдала. Ну вот, вот он результат. Energy все же справились с плантом Б. И вот несмотря на столь быструю смерть опорника, на спаленную вторую позицию, дожать не получилось. Оптик эко, и они планируют, ну, по тому же направлению двигаться. Теперь уже такое ощущение, что постоянно, судя по общему темпу. Операция уничтожить рядового Дабса в который раз, но тут-то Бриз. Это значит, Бриз, что возможно слышит, будет много фрагов. Отличный тайминговый молик, который, во-первых, тормозит, во-вторых, дает расстреляться. Минус 4, несите пятого. Вперед ногами желательно. Ох, Бриз, не щадит. А, знаешь, вот просто не дам тебе эйс. Просто не дам тебе эйс, не выйду. Ника отворачивается и не погиб он только от Бриза, потому что не пошел. Ну, это его право. В какой-то степени было вот так отыграть. Хорошо получилось, по большей степени.
законтролить этот момент. Ну, Брис, все, но четкую опору отыграл. Легко против Фулека шансов было так немного. Да, там и глоки были, и арморов не было. То есть никто даже не закупил никакой смачок. В принципе, шансы были бы, если бы Молли как раз потушили. Возможно, распрыгались бы, хотя бы Бриз это забрали. Но ничего не покупали датчане. Ну, вот они последствия, собственно говоря. Energy выходит вперед, причем уже более серьезно. У датского коллектива вновь появляются девайсы на руках. И Optic попытаются все же реализовать свои калаши. Вот он, мид, который будет заниматься подобным направлением, судя по всему. Бриз, правда, и к этому готов. Ну, кстати, вот знаешь, стадия по раундам чтения друг друга прошла. То есть вот я сейчас смотрю, так все устаканилось, играют. И те, и другие подуспокоились, и те, и другие играют в дефолт. То есть поняли уже и Оптики, что Дабса там спасает постоянно Бриз, а Бриз парень жесткий. Но дефолт работает, Кайджумби находит лазейку по таймингу, все-таки застал врасплох Итана Арнольда. Флешками пытаются не раздавать Бриза, и опять этот чернокнижник. Ой, не дает шансов никаких датчанам. У Бриза магнит просто присутствует на игроков атаки, и он их к себе притягивает. Как это было только что невероятно легко в итоге, если честно. Для него просто затопил, а там спина у Дабса все это время идет, которую, конечно же, не проверяют. Если твои про первого и про второго, Дабс уничтожает этих оппонентов. Ну а Фагли не отпускает и Юги. 8-5, и половина выигрывается именно командой Energy. В общем, план для оптиков каким-то образом не встретиться в первую очередь с Бризом. Это сделать тяжело, так как Бриз у нас любит помонтить. Да, причем он и на шарте был в раунде, когда, ну, все-таки выиграли оптики, а до этого в лифтах, по-моему, как раз Бриз был. Бриз ключевой молик бросил в ретейке, Бриз отстоял Дабса, короче, Бриз вездесущ. Ну, в какой-то степени так оно и есть. И под Б, и под центром, и Ва переместиться в нужном тайминге. Все это Бриз способен сделать. И способен сделать это, ну, на высочайшем уровне. Знаешь, не на высочайшем, на уровне достаточном для того, чтобы оптики не брали раунды. Этого достаточно. Ну, может быть и так. Но знаешь, когда мы говорим все-таки про финал, про БО5 дерби этих двух коллективов и про то, как Бриз справляется, то где-то это похоже на вышечку, по крайней мере, этого турнира. Так, хаешка хорошая была. Смоки положены, пытались заскочить в эту дымовую завесу, но тут уже есть Итан Арнольд. Хотя бы о бомбе задумались, поставили ее. Ретейка не избежать в любом случае. Контролится спина. Спина это, кстати, есть. Слишком часто, видимо, оказывается Дабс в тылах для того, чтобы он стал сюрпризом. Ну, правда, и Дабс может выйти. Опять неудача для Дабса. С препычем, но нет. Действительно, Дабса законтролили. Остается Юги вместе с Ника. Итан, Юги. Квадрокилл, может сделать эйс. Ну, Итан идет уже практически наверняка на этот эйс. Пошел прокит. Юги пытается менять позицию на коннектор. Ну и Итан, конечно, делает же свой эйс получает. Без этого никуда. Итан Арнольд, минус 5. И очень классное прикрытие всей база. Красиво. Включается в каждом раунде какой-то новый игрок у коллектива Energy. И выключается один из игроков. О, ясно. Вот так мы приходим к ситуации, когда дело доходит до любимой технической паузы. Ну куда же без нее? Фагли покинул нас. О, подсказывает нам, что возникли трудности с FPS-ом на компе у Фагли, очевидно, раз он решил перезапускаться. Перегрелся. Но у нас пока возможности есть внимание обратить на Фрагстат. И Фрагстат просто безумный. Ну, знаешь, вот всегда не хочется обращать на печальные фраги. Ну, вот я лично смотрю на непечальные. Давай я на Бриза смотрю. Давай будем положительными комментаторами. Давай только красочные, яркие моменты отмечать. Бриз, молодец, молодец. Отлично. Все, положительные моменты закончили. Дальше помолчим. Поговорили, а теперь подождем Фагли. Ну, действительно, 5 MVP, 22 кила, 2 ассиста, 49 очков уже прямо сейчас. Первая половина отыграна шедеврально Бризом. Ну и мы говорили, у него прям есть четкое чутье на чуечка то, куда пойдут соперники. Чуечка сыграть четко у Бриза. Действительно, вот прям, знаешь, если в какой-то момент показалось, что оптики начинают читать то, что будет делать защита, да, то есть Energy в какой-то момент просто играли против предыдущего постоянно раунда оптиков, а оптики делали что-то новое, то Бриза вообще никак не смущало. То есть если команда не читала, а он читал. Ну да, выходит, что так оно и есть. Ну, пока мы в ожидании. Пока мы видим, что за десятку никто оптиков не вышел, и вот на них мы как раз-таки и посмотрим. Ну, вот они, ребята, из Дании, в принципе, очень так напряженно они выглядят. Все-таки осознают, что карта до победы у их соперников, а вот у них еще приключения только начинаются. Фагли сейчас оденет наушники.
Интересно, что тренер сидит прямо посередине. Тут у Руга другая ситуация, он за ноутбуком так наблюдает, а МВП это как царь просто. Там у кого-то из ребят, по-моему, у Ghost была привычка, у тренера он просто стоял над душами, знаешь, вот над душами. Ну, в принципе, даже у него ноута на руках мы не видели. По большей степени он просто смотрел. Больше психолог. Но он так крутился вокруг, поглядывал. На самом деле пытались мы разузнать побольше про тренерскую личность команды Ghost. Человек без опыта игры в CSGO на Т1 сцене профессиональной. Но тренировал до этого парочку команд из Т2, по сути, на сцены типа Торкет каких-нибудь, например, которые мне вспомнились. Тех самых Торкет? Ну, которые были вот буквально год назад. Наверное. Ну, на саммите. Они были тоже на саммите на прошлом. Я, честно говоря, не вспомнил. Были, были. Это тогда вот как раз момент возвращения забаненных игроков. Не всех, конечно. Ну, Свак точно был. А вот кто-то еще был из того состава AB Power тогда в Торкет. И вроде, знаешь, они так, кстати, неплохо выглядели на том турнире, да, они там его не выиграли. Кстати, кто его выиграл? Ликвиды, по-моему, если... Да, по-моему, Ликвиды, кстати, да, это же было, вот Ликвиды выиграли его в феврале этого года, и после этого они ничего не выиграли. Сторилайн пошел серьезный, ну, возможно, но да. Время есть, давай повспоминаем. Давай вспоминать про то, как там. Просто видишь, здесь как судьбы завязываются, мы начинаем с одного, а потом вспоминаем, что Ликвиды, вот у них сейчас проблема, как бы они не могут выиграть никакие турниры, там гигантское количество финалов отыгрывают, ну и вообще решающих стадий, а выиграли это только в этом году они саммит, а саммит такой, ну, по факту турнир, ну, как для меня, знаешь, он раньше был, это вот после мажора игрокам в Лос-Анджелес съездить, ну, пообщаться, да. Потусить, поиграть. Более лайтового формата. Ну, просто да, тут, если бы, знаешь, призовой фонд был у саммита, допустим, ну, миллион, ну, хотя бы, ладно, окей, не миллион, 500 тысяч, то там бы потный был бы. А так призовой фонд небольшой, больше ради именно общения игроки приезжают. А, ну, только-то он тренировал буквально 4 месяца, я тебе так скажу. Ну, немало. Подожди, сейчас тебе скажу, когда. Ну, в эпоху? С февраля, нет, с февраля до июня у нас получается, 18-го года, да. Ну, значит, как был раз там сразу? Свак, да-да-да. Ну, так они же приезжали на саммит, на второй как раз. Я уже забыл, когда саммит просто проходил по датам. У меня другая болезнь, я помню, что было давно, но не помню, что было вчера. Тоже вариант. Ну, вот если мы говорим про Торг, то там, в общем-то, в одно время в составе, кстати говоря, как раз в то время EZK пытался вернуться. Собственно, да и Steel поиграл, то есть трое вообще из AB Power, раз уж на то речь пошла. Так что костяк такой серьезный достаточно присутствовал. Но EZK вообще интересный товарищ. Кстати, как у него сейчас дела? Сижу пока параллельно на Ликвипедии. Давай позвоним, спросим. Это же изи. Давай чекну на Ликвипедии. Какого номера про игроков у нас нет? Да все есть. Все. Кому хочешь. Ты говори, кому я набираю. Я вижу ростер X-Torket, и больше у него никакого состава больше там и нет. Увы. EZK на самом деле интересный товарищ. После бана он какое-то время пытался в соревновательный Overwatch пробиться. Играл там относительно долго, именно по началу появления этой дисциплины. Но потом прошла амнистия, и, как мы видим, он все-таки вернулся на родные. Но не только он, по-моему, Steel тоже поигрывал, хотя вот я здесь не уверен. После Торкт? Нет, перед. Еще перед. До того, как их амнистировали, я же говорю. То есть там это были времена, когда ребята искали себя в киберспорте. И приобрели в Overwatch соревновательный. Но у нас, как бы там, я вижу, что CSGO только запускается у Бриза, например. Это немного удручает. Кстати, интересно, видел, у него заставка была? То есть преднастроек нет? Ну, раньше просто заставка я была. Я помню, ноу-вид там таким... стоял. Я не знаю, кстати, даже сейчас это со звуком заставка или нет, она новая. А раньше прям так бам-бам тебе в уши, минус уши сразу заходишь в CS, поэтому все убирали. Я помню только заставку из 1.6 классическую, вот этого с двумя контртеррористами. Mm-hmm. И до 1.6 она еще была, те, которые мне врезались в память. И та, которая у меня была в том же CS 1.6, но тогда, когда я начал сходить с ума и напичкивать ее модами различными. Ну, когда у нас не было скинов, мы развлекались как могли и сами их искали в интернете, добавляли. И у меня там орал Мерлин Мэнсон при запуске, чтобы ты понимал. Это было тоже неплохо. Вторая моя картинка запуска, которую я реально помню вот так вот, знаешь, что врезалась в память. Ну, у нас пока в топы пошли, так как игроки весьма долго возвращались в игру. Но по идее уже все. Да, видимо, заветную десяточку игроков на сервере присутствует, а значит, уже вот-вот должны ребят снять паузу. Заветная десяточка необходима, как кислород, каждому из игроков оптик в виде фрагов. Ближе всего к этому моменту подобрались Ник и Конфиг, но пока что их усилий не хватает. Снайпер подвыпал, это печально. Ну, здесь, наверное, вопрос не о фрагах, а...
Ну, не знаю, ну вот видно было, что именно команда читали-читали, в какой-то момент пытались так тактически переиграть своих соперников. Не сказать, что мало раундов оптики набрали, посмотрим, как это будет во второй половине, но здесь еще последний раунд первый нужно доиграть. Ну, я согласен, что до конца мы не сможем сделать выводы о всем происходящем, чисто потому, что вот мне врезается сразу карта Overpass, например, в памяти, там... Да, тоже близкая первая половина, а потом бам! Команда оптик была незамечена абсолютно в атаке. Так, ну и смотрим. Продолжение. Банкеты, две снайперские винтовки, одна у Церка, другая у Фагли. Дабс мудрит по девайсам, на этот раз он с Ауком. А здесь раунд, который мы видели, который удавался. Брис, опять же, умеет, любит и практикует. Но, правда, один только соперник промахивается, Фагли. Ну, НРЖ решили задушить откровенно своих оппонентов. Хорошо начинают эту работу с энтри фрага, но после все-таки упускают на точку. Хотя и это не так-то и плохо. Раз уж на то речь пошла, в принципе, выбивание 5-4. Давай при таком количестве гранат молики. Действительно, это, наверное, ключевые гранаты на этом выбивании. Потому что, ну, особо спрятаться на точке А негде. Либо ты уходишь в яму в ковры, либо ты на прожигаемых позициях находишься. На одной из таких стоит конфиг, его пытаются выкуривать. Он варьирует за этим щитом. Один фраг себе позволяет сделать, после чего его забирают. Посыпались в пользу энерджи фраги. Ну, тут церковь вертелся, точнее, Фагли вертелся, ждал еще кого-то. Ну, всех-то уничтожили, все нормально. Бомба диффузится, это 10-й для NRG. Очень неожиданно, но на самом деле нет, учитывая то, как сработали NRG при приемке. Это при просто отходе. Спецназ какой-то. Красиво. Хочешь фанни-факт небольшой, который я только что обнаружил? Я просто пытался вычислить второго игрока eBay Power, который пытался соревновать на Overwatch, но я вычислил другого игрока, которого я не ожидал увидеть. Ну... Не томи, гоняй. Имя Джонатан Ябуановский тебе о чем-нибудь говорит? Серьезно? Конечно. Когда он успел? Я вот не помню у него перерывов, но реально он играл на одном турике по Overwatch. Какой год? Так, сейчас я поищу. Но это было... он стендином зашел, затем Liquid, чтобы ты понимал. То есть и такое даже было. По-братски помог организации. Кто умеет играть в Overwatch? Я. Походу, как-то так оно и было. И... Турнир, друзья, круг замкнулся. Хочешь турнир узнать? БТС. Overwatch. Понятно. Вот мы и провели эту историю до ее концовки. Вот так. Ох, пути Господни неисповедимы. В какой-то степени так оно и есть. Ну, слушай, это очень интересно. На самом деле, я сам этого не знал. Но вот так. Действительно, стендинчик Амалайдж заезжал на БТС. Повторы у нас происходящего на первой половине. Не сказать, что доминация была Energy, несмотря на более-менее приятный счет. Все начиналось не так хорошо, как бы им хотелось. Но выкрутились из этого момента за счет и паузы, и обсуждения, и изменения некоторой стилистики. Ну и смотрим. Вторая половина, пистолетка на очереди. Ну, давайте наблюдать. Пистолетный раунд, ну, все-таки не является таким судьбоносным, как это было раньше. Меня но смущает. Все еще на такой дистанции. Забей, это вечная понял, история. Понял. Как эксперт. Эксперты поверю, сами поверю. Это заявляют, что на трейде ничего еще тут не объясняет. Это из-за того, что один из игроков улетел, тогда этот скрипт срабатывает, но обратно его убрать не получается. Срабатывает хедшот по конфигу. Чекал, дочекался до смерти. В итоге сам дэмэджа Бризу внес не так много. Спина горит. Ну, а это, кстати, любопытно. Сами игроки Energy, ну, практически в каждом ретейке одного игрока в спине держали. Здесь же уже находят Ника и смогли его уработать. И теперь четко понимаю, что яма свободна, и от нее играть можно очень комфортно. 4-2. И коннектор прожали, ну, жесть, все. Ну, забирает эту позицию, конечно, снайпе, делает хороший хедшот, остается против троих вместе с тиммейтом. Ну, тут как вот яму забирать? Еще один обруливать пошел по миду, чисто в игре на бомбу. Это как раз-таки господин Итан Арнольд. Есть. Ну, вот, живой щит, операцию какую-то разыграть, и то снайпе пошел мясо. Оказывается, легкой жертвой. Ну, и теперь Юги по двум направлениям, очевидно, не отпустят дефьюзить эту бомбу. И не отпустят самого Юги, судя по всему, правда, тут успевает дать один хедшотик перед тем, как взорваться на бомбе. Но это 11-5. Это потребность играть экономически не дали для бомбе оптик. Заработать фраг на Юге. Да, там его убил все-таки да, кто-то из игроков. Да, хедшот прилетел. Заметил. Сделали ему сальто назад. Красиво, значит. 1-0-1 коэффициент на победителя в этом финале. На Energy. И 12-12. Какие красивые цифры. Очень красивые. Как для финала, знаешь, я такое впервые вижу, честно. Ну, возможно. Это в лаве кэфчики. Как бы в лаве всегда там в один момент... цифры начинают творить что-то страшное. Есть непоколебимая вера в один состав и абсолютное неверие в другой. Да, так оно и есть. Выход на бэкплант, который так-то укреплен, но игроки Energy очень долго этого не понимали.
Хотя вроде бы пропрыгивали со своими маг-десятами очень мобильно, но не посмотрели в нужные направления, получили немного свинца в тылы. Но все еще никого не потеряли. Оптики провели просто раунд, ничего не закупая, поэтому здесь забыть побыстрее то, что было. И тайм-аут. Ну, теперь уже можно брать. На самом деле, решающая стадия наступила. Напомним, друзья, что, во-первых, одна карта в активе у Energy оказалась, потому что они в этом финале оказались по верхней сетке. Это сразу был априори счет 1-0. Вторую они выиграли, это был оверпас. Отдали нюк. И сейчас, если оптики проигрывают Мираж, то на этом все, финал заканчивается. Так оно и есть. Не хочется прощаться, конечно, с коллективами. И все-таки посмотреть полноценный БО5 финал. Но рано или поздно это должно произойти. Полноценный мы так и так бы не посмотрели. С учетом Full Double Elimination нам такой возможности не представили. Знаешь, не будь это Full Double Elimination, не факт, что был бы финал БО5, например. Да, соглашусь. Ну, ладно, будем смотреть. Вообще, 3 маг-десятых — это явно намек на то, что раунд должен быть очень агрессивным. И мне интересно, что придумали бы здесь Energy. Ну, кстати, классно может получиться. То есть побольше смоков накидать на точку А и за счет как раз-таки этих смоков подкрасться вплотную. А там уже у тебя будет некое преимущество. Ну, пропрыгиваешь, ставишь голову. Я также себе это где-то вижу, да. То есть как используют иногда такие ЦЗ, только маг-десятые. До свидания, конфиг уже. Вроде бы начинал по шагам стрелять первым, но получает prefire мод. Залетает второй. А это было обидно. Так-то вроде бы у Юги по отличной позиции и понимание, но вот только Кажун первый выиграл вообще дуэль против Армгана. Это первый игрок из Energy, ну, который погиб. Что в активе есть у оптик на выбивание? Нет моликов, то есть есть просто эмки, есть вроде бы уже такие позиции на подступ, но что, сейвить вроде? Есть желание Energy сыграть агрессивнее, такое ощущение в один момент, когда они начали напрягать тикетбокс. Но все-таки не настолько агрессивнее. Тогда оптик могли подловить. А так они понимают, что нужно уходить сейвить. Действительно, ты абсолютно прав. Я вот жду, эмку подберут или нет. Все-таки надо как-то за ней вернуться. Там же конфиг погибал. Так, есть одна, а вторая. Вторая Дабс должна быть на скамейке, по идее. Ну, Дабс сказал, да, я опущусь в догонку. Держите меня, семеро, кричит Дабс, пытаясь догнать команду оптик. Но догнать у него уже это не получится. Как раз семеро вместе с ним на сервере и был в этот момент. Я чувствовал это, хотя и не считал. 13-5. Тактическая пауза. Вторая от оптик за два раунда. И в активе у них остается еще одна. То есть, по-моему, в первой половине они как раз-таки одну брали. Ну, наверное, да. Наверное, так оно и есть. Я, правда, не рискну вспомнить так на 100%, что это было у нас по тайм-аутам. Но я думаю, что так и было. Тут, ну, за счет сейва, конечно, за счет того, что три девайса уносили, как бы бай будет, и это хорошо, это приятные новости. Но на этом все приятные новости заканчиваются. Но опять же повторяется, видишь, ситуация, карта Верпас, карта, точнее, команда Оптик на второй половине пока не замечена. Проблема в том, что оптики не дают успеть вообще как-то показаться на Верпасе, хотя бы была разница в раундах не такая большая, и мы видели много оружейных от оптик. Здесь один девайсный, и вот 13-5, и потребность как-то уже играть на скудной экономике для оптик. То есть... Раунд судьбы. О, еще хаешка не залетает. Под тиммейта. Слушай, минус 23 еще в юге вошло от этой будем гранаты. Будем пристально следить, каким образом это скажется вообще, минус 23 по юге. Помогут ли ему эти хп или нет? Ну, юги неплохо стоит на пик. Но его там в подвале уже поджидают. Это юги сам понимал. Ну и его не отпускают. Хотя, кстати, церковь он забрать успел. Но там а вот не было бы у Юги минус 23 хп, да, скорее всего, с маг-10 его бы не убил. Ну, будем в это верить, чтобы винить игрока защиты в уроне по тиммейту. Кэджин Би, пик ямы, хорошо, никакого давления с плитом не будет, бомба оттягивается уже на базу Б, тут прочесывание территории от Дабса. Ника и его 24 хп, вот что немного смущает, но позиционно он умудрится, по-моему, застичь врасплох Дабса. Действительно, в затылок пуля прилетела. Услышал Ника топ, а это бомба. Ну, бомба. А это вообще ротация очень любопытная. Вот сейчас можно попытаться... А, это имитация отхода. Тут вообще начинаются переигровки. Но на таком проценте здоровья, по идее, Николай Кристенсен пикать дом не должен. По идее, пропрыгивать он не рискнет, поэтому можно его подловить. Там Молик уже залетает, а Ника с другой стороны. Ника играет хитро, его недопроверяют. Как же Николай пока выживает и выживает. Так, ну Итан это тоже пропустили без инфы сюда. И дамажина он, кстати, не добивает. Немножечко здоровья съел, но 9% здоровья это тоже здоровье, когда приходит тиммейт со спины. Вот он Ника. Кстати, с Каджумба все и начиналось. Он заварил ТКш, он делал фраг в яме. И так потихонечку, помаленечку, но выравнивая состав, все-таки этот раунд для себя оптик забирают.
Очень круто. Долго умудрялся Ника варьировать свои позиции в пойнте так, чтобы игроки атаки его не обнаружили. И буквально на его плечах весь раунд и все-таки выстоял. Долго жил, смещался. Одного в спиду, второго без понимания его позиции забрал. Но это было неплохо. Ну, Дабс явно вот некомфортно себя чувствует на базе Б. Ну, капитан да. коллектива Energy, что в защите у него не получалось, что здесь пришел и заблудился. Ну, с другой стороны, позиции там много было, которые нужно было проверить. Он был один. Он, наверное, подозревал бенч, например, тот же. Ну и была ли там инфа по Ника? Ну да. Именно по здоровью. То есть, в принципе, он на ноге мог все это дело чекать. Пока прорыв базы. А, вот Energy решили здесь по-быстренькому все дело заканчивать. Стандартные смоки, мольки на лавочке. Размены не в их пользу. Бомба ставится на дефолт, еще фраг подъезжает, как всегда бывает у Energy, в самый непредсказуемый момент на пике соперника и на перепроверке происходящего на пленте. Но зато близкое выбивание, и теперь потенциал именно в виде гранат гигантский на этом выбивании у датчан. Нужно начинать их реализовывать. Полетел смачок на ковры. Дабс любит тут фармить, конечно, он пытается на себе еще и не упускать игрока на КТ, но снайпе был половче в этом моменте. Бриз, минус 2, и его позиция все еще не вскрыта. Туда летит граната, но и она не добивает. 15 хп, и снайпер осознает все. Раунд для него и для команды Optic закончился. Нужно хватать АВП и уносить его. Времени банально не было выбивать и возиться еще со вторым игроком. Красиво комбинирует Energy. Все-таки выбивание это осуществить своим соперникам не дают, но зато дают засейвить снайпе АВП. Поможет ли? Учитывая деньги, Optic это единственная надежда. Если бы не была Вика, мы, наверное, уже сказали бы все. Rest in peace, красивые ребята. Цифры от GGBet продолжаются. Было 12-12, теперь 13-13. Красота. 13-31. 13-37 давайте поставим коэффициент. Ну, срочно, чтобы было наверняка сочненько. На такой я поставил. Два юмпа, АВП, ЦЗ и Desert Eagle. Вот такой вот потенциал оружейный в этом раунде у команды Optic. Бриз, ну, либо принесет каваш, либо принесет очень расшатанный коннектор с такими темпами. Хотелось, знаешь, сказать сейчас, главное не агрессировать Energy, не проводить эти, опять же, быстрые раунды, как спецназ врываясь на точки. Нет, они ту же самую нить поведения выбирают, ту же самую стилистику достаточно быстро. Просто хоронят точку А с двух сторон. Юги последний с снайперской винтовкой. Ну, это, наверное, провал все-таки для Optic, к сожалению, друзья. Как бы не было печально это признавать, но задача Юги... выживает с АВП, при но том, мы супер что позиция давно известна. Супер изменчивые комментаторы, как говорили, что когда выигрывали оптики Нюк, мы говорили, что оптики размялись, молодцы. Теперь мы можем говорить, что оптики подустали играть две серии. Сначала БО 3, а теперь еще и... Ну, так по факту БО 5, как бы, но вообще БО 4. Неплохая переобувка, действительно сработала. Так, Юге, ну... Он ждал просто парня в дым, и он понимал, что там точно кто-то есть. Но слишком рано увел прицел. Дабс в итоге подформил еще и забрал клаш обратно. Чемпионшип поинт. О, давно я этого не слышал. Действительно, чемпионшип поинт для команды Energy и абсолютное отсутствие экономики для Optic Gaming. Ноль по финансам, нет возможности купить себе хоть какие-то девайсы, насыпало по 1900. И от того мы видим такой бай. 4 пустынных орла, 1 ЦЗ и хоть немного гранат. Ну, посмотрим, что будут делать оптики. Хотя, опять же, здесь линия поведения достаточно интересная от Energy. Они делают простые ранды, они не мудрят. И это, наверное, самое, что ни на есть логичное, что может произойти. То есть, понимая, что соперник, ну, так уже не особо сопротивляется, каких-то шальных не летит. То есть, энтри постоянно не зарабатываются, меньшинства ситуаций нет у Energy, у них все удается. Почему бы и нет? Но это идеальная возможность закончить, в принципе, весь финал сейчас для Energy. Все это прекрасно понимают. У оппонента нет денег, у вас еще большое преимущество. У вас все вроде бы залетает хорошо. Но Дигл в руках. У того же конфига, например, у Юги могут быть еще очень опасными пистолетами. Да, неоднократно уже давали отпор именно в таких, точнее, в подобных раундах, когда только лишь пистолеты. И это, наверное, момента все-таки как-то так... Интуитивно опасается Energy, но прилетает по голове конфигу. Минус один дигл есть. Начало такое, конечно, неблагоприятное. Ника тоже находит, он еще и был в фулл-блайнде. Наконец-то хоть какой-то размен. Снайпи просто прифайером уносит с карты. Ну и, друзья, надежда на Юги, который только что поднял много гранат для себя и калашек. Но Церк выходит на дуэль и говорит, что шансов особо у него не остается. Красиво. Каджумп с первой пулечки урабатывает господина.
с Эвелина Дмитрова. Но на этом все заканчивается. Бриз ставит точку. Кстати, вот герой, человек, которого стоит действительно отметить, он протащил просто эту первую половину и перевернул ее от неудачного начала до классной концовки с двукратным преимуществом по счету. Браво! Там, по-моему, даже 30-ку он сделал. Но я там... последний раз видел 28, сейчас был точно 29-й. Еще какие-то фраги в промежутке, возможно, были. Ну, одна защита уже Бриза стоила абсолютно всей игры для его команды. Он очень сильно отрабатывал на разных позициях, смещался и вечно, ну, просто выносил половину команды Оптик. Вот они, ребята, вот они, Energy чемпионы КС-саммита под номером 3. Кулачки полетели. Ребята однозначно должны быть довольны. Чемпионский титул, да, что такого турнира, как саммит, это всегда приятно. Это отличные новости для них. Изначально смотрелись, конечно, ребята фаворитами этого турнира, по крайней мере, по месту в рейтинге Hellthorc. У меня некие надежды были на G2, но G2 их не оправдали. Сейчас этим парням стоит сосредоточиться именно на онлайн-турнирах, в которых они участвуют. Где люди? А где все? А что происходит? Ну вот оно, рукопожатие традиционное, казалось бы, но не в самых традиционных условиях. В носочках, в шортиках. Нормально, красиво, хотя бы форму надели ребята. Ну и Energy триумфаторски спускаются вниз по лестнице, я так понимаю. Ребята действительно дослуживают этой победы, даже если мы говорим, что вот у них было изначально преимущество в одну карту за счет верхней сетки. Но Мираж — это был пик Оптик, между прочим. И дальше была какая у нас разница? Ну, трейн, в котором Оптик 19% винрейта была карта. Ну, я тебе, наверное, скажу, что до этого как бы был состав Героик, где костяк сейчас был Оптиков. Нормально играли трейн. То есть фактор Ника, я еще помню, мы Старсерия там комментировали. Может быть, да, но чисто не в картах дело. Видишь, Energy сейчас чем нравится, это команда, которая своего же уровня или командам ниже уровня, она не проигрывает. То есть она обязана была выиграть этот турнир, она его выиграла. Тем более, что Energy очень обидно не поехали после поражения Рогом на миноре, на мажоре. Они сейчас злые, им все, что они будут играть, нужно выигрывать, как бы опять же зарабатывать тот самый авторитет, что ли, инвайт. Мы так неоднократно говорили, но победа у Energy все-таки первая за долгое время. Еще можно поздравить ребят, наконец-то они могут быть довольны. Чемпионский титул КС саммита — это очень здорово. Ну и, конечно, заслуженно ребята одерживают верх и на карте Мираж более чем с уверенной победой. Но мы не аналитики. Анализировать более углубленно мы все это дело не будем. Просто пожелаем вам, друзья, спокойной ночи, хорошей учебно-рабочей недели. У кого каникулы, вам чертовски повезло. Отдыхайте, играйте, наслаждайтесь жизнью. Мы на этом с Гомером с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. И на следующей неделе уже встретимся с вами на нашем ютубчике, на ютуб-канале КССЛ ТВ в рамках... трансляции CS. Да, приходите. А пока, всем пока.